Привет, амигос, продолжается фурия. Ну чё, едем дальше. Едем бабу выручать. Эх, устал ядрёна мать. Так, многие в комментах делают ставку на то, что кролик это финальный босс. Ну, по-моему, это очевидно вообще всем. Потому что это его альтер-эго злобное, которое подбивает. Не, ну просто видно было, что паладин, в принципе, добрый чувак. Загрузка. Сейчас наверняка ничего не пишет. Камон, да господи, почему тут грузится? Я уверен, что в этот момент, когда эта игра грузится, они майнят деньги моей видяхой. Вот. Паладин был... Видно, что он добрый чел. Получил пиздюлей за хвост собачий, как говорится. А сейчас опять будет тёлочка. Заносчивая. Она все затеяла. Да, меня заперла. Окажется в финале так, что это все были друзья главного героя. Я в этом уверен, что он просто своих друзей предал и убил теперь уже. Наверное. Климаксная сучка сейчас будет нашим врагом. Она пытается заморочить голову. Но если у нее сиськи ничего, я готов ее выслушать. Сиськи это аргумент весомый. Нет смысла бороться против их магии. Иногда. Но я владею этой секретной техникой. Противостояние большим ушам, отвисшим до самого пола. Так, задай ей хорошенько от меня. Да, сейчас я ее выпарю, чувак. И так отделаю. Ох, отделаю. Она скажет, что лучше бы это была рота кавказцев. Walk with me. It was all a mistake. The cell, the restraints, the guardians. Что это она какая-то? Манит меня шароварами своими. You can't go to my world, but you can be free here. Look at what I'm offering. This can be your home. I'll take care of you. Твой дом, блядь, тут фонтанчик, деревья, статуя Христа, вон из Рио-де-Жанейро. И она обо мне позаботится. I'll tell you the tales of my world. You will tell me yours. Ты не можешь попасть в мой мир. There is so much to enjoy here. Тут есть чем насладиться. Ну да, чувак, ты когда последний раз бабу голую-то видел, но... В мечтах не считается. Stay with me. Stay with me. А он, походу, в ее вкусе, да? Что надо сделать? Ну ладно, давай. Прямо на этой каменной скамеечке сделаем это, сучка. Нет. Надо нажать кнопку, и он уходит. Ты не в моем вкусе. Я люблю жирных и страшных. Ну, еще что-нибудь скажешь, нет? Ну все. Я ухожу. How dare you shun me and turn down all of this? Ты смеешь меня отвергать? You have no idea. Ну да, я бы взял ее за вот этот кружок над головой и задал ей по самые вот. You have brought this upon yourself, stranger. У нее зубная щетка так далеко не лазила, как бы я залез. А вот теперь придется драться с этой, блядь, валькирией с двумя арбалетами. Да ты че, она еще летает. Ладно, я согласен кинуть палку. Мир. Peace. No. No, peace. Peace. Death. Ой, блядь, сучка драная. Сучка, эй! Что ты делаешь? Опа. Опачки. Нихуя она улетела. Не, ну проиграть сучки это было бы совсем уж... Ай, блядь! Унизительное говно. Нихуахуа. Стоит чихуахуа. Вы чё, ёпта? Ебать! Ничего себе. Колдунья, да ты ведьма, блядь. А я-то и урона наношу просто смешно, блядь. Вау! Охуенно. А, нахуй! Я что-то увидел, что... Блядь. Что-то я хуйней какой-то маюсь еще. Ты все испортил, да? Мы могли бы ей сейчас, вот прямо сейчас ей... Кастовать ей заклинание, блядь, палки, нахуй, Альбуса Дамблдора. У Гарри Поттера бузинная была, мы бы ей кожаную кастовали сейчас. Но нет, блядь, ну хорош, ёб твою мать, дай мне чем полечиться. Не, возможно, что главный герой охуел, зажрался и в натуре он получает пизды по делам, потому что он такая тетя приглашает. Да, ебать, ну все, дальше шанс. Можно дальше и не драться.
Мстительная сучка. Не любит, когда ее отвергают. Охуенно, блядь. Она заставит меня остаться. То есть она меня в тюрьму-то даже возвращать не хочет. Не, если бы это были друзья главного героя, они бы что-нибудь ему по-дружески говорили. Ну, сучка. Да и поздно, блядь. Мудак, блядь! Ебаный. Сука, кретиной-то, а. Бля, я хуй знает, даже первую фазу не пройти. Бля, по ней даже не попадаю не каждый раз. О. Сейчас я тебе покажу, как, блядь, в Югославии стелсы сбивали. Блядь, ёбаный ты рахитозник, сука, сука, блядь. Со своей саблей. О, блядь, опа, опа, на нахуй, вот это начало. Обнадеживает, обнадеживает, давай. Нет, нет, оп, оп, Газманов, Газманов, блядь, Газманов, сука, не смог прийти. Газманов прийти не смог, я за него, ёпта. Да, ёбаный. Да, блядь. Ну, сука, тварь. А, можно блоки ставить. А вот тут нельзя. А вот тут вообще залупа. Так, вот тут где-то... Блядь, ну почему она постоянно вниз-то спихивает, блядь, его ёбаный в рот? На, хуйка, сосните-ка. Охуенно, вот это вообще моя любимая тема. Блять. Ну ёбаный ты, нахуй, ну блять, ну ебать, а чё ж дальше-то будет-то? Ёпту, бля, пиздец, первую стадию не пройти. Ебать колотить, охуенно-то как. Да потому что, блять, ее нельзя бить, ёптую мать. Она летает где-то в недосягаемости. Этим, блять, сука, пистолетиком писькоструйным, только я хуй знает, блять. О! Вон я чё умею, КСП. Блять. Ну посмотрите на этот дома, который нашел, ебать. Ну это смешно просто. Нахуй себя укупника строить. Нормальная тёлка, блять, нет. Я тебе, блядь, не женюсь, нахуй, паспорт съем, блядь. Да ебаный ты, черт, блядь. Ну и чего, блядь, это сносит? Урон-то, блядь, говно ебаное от этого шарика. Я, блядь, две клетки урона получаю, она, блядь, миллиметр, нахуй. Тем же самым шаром, блядь. Да, не хотел ты, блядь, причинять мне боль, конечно. Треперочком заразить, наверное, по-тихому, блядь, думал, блядь. О, блядь. Пять. Ебаклак нахуй. Не, блять, охотиться за жизнями в этой ситуации бесполезно. Охуенно. Прошлый босс был рукопашным, а этот наоборот полностью стрелковый, блять. Ебись, крокодил. Не в моем-то вкусе. Цап. А-а-а! Может, надо ее блокировать, когда она на тебя летит? Стремно даже пробовать. Блять, какой лузер, ёб твою мать. А, вот она.
Сучка драная, я же отошел, блядь. Что ты вниз пизданулась? А, она смертна в этом. То есть, да, обратно. Ты видела, что там, блядь, обратно? А, ебать. Ну, дрянь ёбаная. Да ладно. Блять. Ненавижу стрельбу нахуй в этой игре теперь. Парировать вообще нечего. Да и похрен, дискотека. Да ебаный ты мудак, блядь. Петух. Ебанат, блядь, натрия. Ну ёб твою мать, ну чё он не прыгнул-то? Сука, завали нахуй свою, блядь. Плюх, пизду. Сейчас я покажу, как Валера Сюткин баб поебал убьет, блядь, тварь. Блядь. Да пошел нахуй. Блядь, сильный выстрел, такая хуета, по-моему. Просто пиздец, какой говно. Вообще урона наносит, как обычный патрон, блядь. Да хуйца ты пососи-то, блядь. В прыжке не охуела ли ты, тварь? Блядь. Давай чуть-чуть хоть, блядь, фазу, может, следующую посмотрим, а? Ну нахуй. О, подгончик. О, блядь. Миньет, блядь. Сделаешь, сучка? О, блядь. Ну ты чё, нахуй? Да-то ладно тебе, блядь. И чё, и как быть-то, блядь? Пизду. Бред нахуй сумасшедшего, блядь, у него. Ууу, ебать. А? Хорош ты, блядь. Шла бы ты домой, Пенелопа, блядь. А, она блокируется. Парируется. Бля, вот нахуй. Ну все, это пизда мне, короче. Я тут хуй знает, что делать. Просто минимальные какие-то пространства. Я запиздячил ее. Ебать, красавец. О! О! Это мы умеем. Вот нахуй надо так жить, ты че? Блять, эти волны, ну чё, вообще мне какой-нибудь пиздец. Сейчас я не настроился еще, подожди, на волну поле. А, блять! Сейчас я тебе выход предложу, блять, задний выход твой, сука, подставляй. Опа, опа, блядь, сука.
Пизда. Ай, хилоньки. Хилоньки, блядь. Блядь, она жизнь мою взорвала, что ли? Пиздец, полный бред, блядь. Полная хуйня. Пизда хилком. Пизда, блядь, идиот, нахуй. Сука, блядь, ненавижу без щита игры. Падай вниз, тварь. Я симулировал радость, когда видел твою маму. Блядь. А-а-а! Сука. Я успел, я успешен, блядь. Хилоньки, блядь. О, блядь. На, сука. Отведай, блядь. Кирзача краснопролетарского, блядь. Ой-ой-ой-ой. Косая стрельба, бля, вообще. Блядь, грызи кочерышку, тварь. Блядь, убей ее нахуй. Ща. Ну как так-то, блядь? Блядь, чё я, блядь, её не подошёл, не ударил? То, что, блядь, пожадничал, нахуй жизни захотел. Пизда, блядь. Так, снова вторая боя. Бля, фаза боя с этой сучкой. Бля, я думал, что эти выстрелы можно парировать, но нет. Бля, может этот лазер можно парировать? А почему мне такую пушку не дали? О, вот это я понял, что можно смотреть. Смотри, что можно делать. Опачки, опачки, и врыло. Просто бей бабу. Бей бабу прикладом по сусалам. Это мы еще с паучихой в Dark Souls прошли эти лазеры. Сучка, ни хрена, блядь. Ну косой, блядь, ну косой стрелок. Ёптой косой. Опа. Опа, опа, джигурда. Опа, блядь. Сука, досада, блядь. Так много сносит это говно. Ну ёб твою мать, там миллиметр был. На нахер, ёпты. Кого ты, блядь, кого ты тут хотела, а? Чё ты не умеешь мужика заинтересовать? Смирись, блядь, иди сиди дома, вари пельмени, там, плоди кошек. Опа, опа, блядь. Сука, каналья, падла. Ай, блядь. О, давай. Нравится. Это мы умеем, сучка. Сучка, эй! Ну, давай. Блядь, ну один удар, четыре. Сука, падла. Блядь, презираю. О! Чё ты ещё от меня хочешь? Минчик, я же говорю, вот минчик. В любой непонятной ситуации делай минчик. Ага. И вот опять это, блядь, крошево просто. Ёб твою мать. Да ёб твою мать. Это, блядь, ультанула, это она ультанула, ёптать, ульта пошла. Блядь. Ну хорош ты, блядь, ничего. Блядь, ещё и, сука, налетает здесь. Ну пизда, блядь, а. Проститутка, блядь. Невостребованная. Опа, вот что значит, блядь, палку не видела несколько лет. Ох ты, блядь. Нет, это как лафа. Вот это стрёмно. Ай, блядь, ай, нахуй, жизни, сучка. Сучка, ты чё на? Блядь, ну это, сука, пизда, всё, это я уже не переживу. Эти, блядь, её месячные, блядь. Жаль, волны не красные. Ну, пиздец, сука, опять нахуй. Блядь, дрянь ёбаная, а? Мне тут надо себе, походу, расчищать выстрелами, блядь. Да как так-то? Хилялова! Я-я! Да, с Хилялова!
Блять, шмонька ебаная. Ну, блять, ну самый сильный удар не достал, ну не петуха. Нет, блять. Ой, блять, жизни, 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 жизни мои, блять, улетели. Опа, 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 опа. Да, тетя Патимейкер тут еще, блядь. Нет, блядь. Шмарка, блядь, какая, а? Блядь. Ну, пиздец, я говорю, блядь, ну нахуй эти горошинки тут, блядь, летают, нахуй, без этого сложно. Пизда, блядь, а? Заебало, ну нахуй это, ну, блядь, ну пиздец, на. Ну что с ними делать-то, блядь, а? Мне вообще-то, не, они хуйню дамажат, кстати. Надо, блядь, на них вообще внимания не брать. Блядь. У них дамаг-то как у хлебушка. Это. Блядь, петушня, сука, конченая. Мочи ее, пока лежит, блядь. Конечно, блядь, кривой хуй. Да, заебись. Больше всего она с разгона, кстати, урон-то наносит сама. Сама должна понимать. Конечно. Ага, а вот пока не рассыпалась, наносит урон. Блядь, ну пиздец, блядь, сука, ну говно. Давай, дрянь ебаная. Блять. Похуй мне на твой горох, блять. Сука, щи вари, блять, тварь. Ахуй тебе. Блять. Брыглан тупорылый, что ж ты нихуя не можешь, блять, заблочить-то, а? Пизде, блять, лежачую, сука. Опа, опа. Блять, такая тёлка со всеми удобствами, нахуй с ней драться-то, не понимаю. Ладно бы страшная была. Блять. Ну не, нахуй, опять все, сейчас сдохну опять, ничего не могу сделать с этим говном. Вообще нихуя не могу сделать. Хильки! Хильки хочу! Ну, блядь, таких надо три пережить в этой фазе боя. Блядь. Сука. А, блядь, тварь. О. Это по-нашему, давай-ка, давай-ка. На, сучка. На, сучка, вбей ее в пол по самые уши, блядь. Блять, ебать опять нахуй, ёпта. О! Бля, как я это сделал? А, тут это я видел. Блять, нихуя, это огнеметы есть, ничего себе. Чё ж сразу не сказала? Ой! Ой, батюшки! Да сучка. Опа, опа, опа. А, я понял, главное подальше отойти. Блять. Самураи не сдаются. Хилочки мои, блять. Блять. Блять, у тебя там патроны, ты хоть перезаряжала бы свой пистолет для вида. Но она ж хотела бить, блять. Сука! Охуенно, блядь. Охуенно, ёпта. Блядь, наверное, у нее мама хуёвая. Я просто не понимаю, чё главный герой. Блядь, ломается, как, сука, целотник, блядь. Опа, опа! Блядь, когда не надо, так парируется, блядь. Нет!
Так, хилочки летают. Нахуй не нужны. Эй, блядь. Чувак. Блядь, чума ебаная, ну хорош ты. Опа, я вот он, туточки. Опа, блядь. Блядь, тварь. Блядь, сука, коза, блядь, брянская, ёб твою мать. О! Блядь. Сука, она только это может, блядь. Только может чуть что маме звонить, а? Блядь. Хуй, мам, аргумент, ёб твою мать. Хилки! Хуй там. Косой мудак, блядь. О, наказали. Ух, курва, блядь. Нет. Опять, блядь. Что так часто-то? Хилонька. Ну, бля. Все, она спамить этим будет теперь. Отведай, блядь. Дрянь, сука, конченая. И хилка моя, блядь, растаяла. Блядь, а здоровье-то у нее на этой фазе просто пиздец. Да, давай, блядь. Руби её, сука. Блядь, тварь, ёб твою мать. Stop this right now. Была хилка, нету хилки. Пиздюк, блядь, за москворечную. Хули ты... Оу, ау. Оу. Давай, 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 последние, блядь, ну. На. Охуенно, блядь, охуенно. Ну чё она, блядь, фаза боя-то, блядь, не кончилась нихуя. Бери нахуй руки свои, блядь, от меня. Пидораска, блядь. Охуеть. Ну еще двойная полоса у нее, вот что там, здоровье, блядь. Наебенили ей, блядь. Буду бегать нахуй по кругу. Давай, начинай, начинай свой, блядь. У-ху. Ах, вот оно как это делалось. Ой-ой-ой. Чё, беспомощная тварь, ничего не можешь больше? Маме звони, блядь, вещи собирай, сука, скажи, приедешь. Пять нахуй замуж не взяли, блядь, матросили, бросили. Обидно, не матросили и бросили, оскорбительно, блядь. Мама, что я делаю не так, ёпта? Как ты папу захомутала? Что ж такое, блядь? О! Иду, иду, моя сладкая. На, сука. Бля, нихуя, я хуй запарируешь еще. Пизда, ты охуела, что ли? Блядь. Бледишин, проститутиш. О, моя любимая хуйня началась.
Блять, петух, петух, блять, без руки, ёб твою мать. Блять, овца, сука, дай ты приготовиться, да ёб, в позу встать, но... Блять. Лучше всего по ней дамаг заходит, сука, с сильным выстрелом, но она его не дает накапливать, тварь эта, блядь. О, да. Так. Бег на месте, бег по кругу, бег по кругу. Против часовой, по часовой, вообще не важно. Блядь, он ой, блядь. Я уже и забыл, что он стоя его накапливает. Отшатнулась, а, тварь. Блять. Ну, блять, как надо поворачиваться-то? Да, в парированиях я, конечно, блять. Поднадрочился я. Ну, блядь, чего она испарилась-то передо мной? Пизда, блядь, это, сука, это лечение, заманухи ебаные. А, ёпта, урвал одну. А, сучка, да сейчас она меня заебнёт, блядь. Эти выстрелы, блядь, её, это пиздец. Практически невозможно, бля, лучше от них уворачиваться. Нет столько реакции, нет столько эрекции, нет столько, блядь. Пошла нахуй. Ха, сучка, ты пиздела, ты как Шаукан, блядь. Тот тоже пока пальцем грозил, его все пиздили. И чё? Это было уже? Ничего нового. Блять, чё же её вниз-то не спихнул? Блять, не дохуя она? Дождя напла... А-а-а! Пиздец. На, дрянь тупая, блять. Ух ты, ёбаный насать. Блять, ты охуела, что ли? Сач, сейчас Сач ты мне будешь делать. Блять, Сач май бол, сука. Блять, я ближе к победе, наверное, вообще никогда не буду, ну пиздец. Еще, блять, за 3 километра бы махало. Жизнь улетела. Нет! Ты, блядь, дрянь ебаная. Сучка! Так, пока все ровно. А если я туда... Блядь, это будет... Ай, нахуй. Тут хоть ходи, хоть не ходи. Встала, тварь! Блядь. Пиздец, вот это комбо, блядь, Люканг отдыхает, нахуй. Пиздец, ты ебанутая тварь, ты охуела. Ебануться, блядь. Пиздец, блядь, сука, маму телебонил, блядь, разработчик этого. Нахуй такие, блядь, пиздец, боссы, блядь. Она вот это в конце делала. Не могу, блядь, от всего сразу уворачиваться. О-о-о! Ну, в самом начале это говно кастовать, это, блядь, вообще нахуй же. Незаконно, блядь. Сучка.
Да это разминка по сравнению с тем, что сейчас начнет она делать, блядь. Блять, каноничная пизда, ну ёб твою мать. Ой. А как ее добивать, если она, блядь, там? Сука. Бред, блядь, ебаный нахуй. Дебилы, блядь, это делали. Ну чё за кончалыга, блядь, туда не подойти к ней даже, ебанутое говно, блядь, уёбище, тупорылое, блядь. Ну давай, тварь тупая. Отведай. Этот бой с боссом, он как бы говорит, что если вот баба говорит тебе, хуй к друзьям не ходи, дома останься, блядь, оставайся, сука. Иначе она с тобой, с твоими мозгами сделает вот то же самое, что сейчас этот босс сделает своим героем. Выебет. Ой, блядь. Дрянь, блядь, ссаная, а? А, еще эти, блядь, забыл уже про них. Я смотрю, что вроде и так хватит. Куда уж больше-то? Камон. Лечение-то будет, нет? Блядь, все одновременно. И волна прилетела, и она, блядь. Ой-ой-ой. Ой, как прервал. Просто мастер реакции. Камон. А это чё? Блять, и запрыгнул, главное, в луч этот гибливый. Бледина, сука. Ну, долбоёб. Ну, нахуй ты запрыгнул в луч-то, ублюдок. Блять, деградоид, нахуй. Вот первая атака у него как будто, блядь, она вот полегче, чем все, что будет дальше. Блядь, самонаводки. Я знал, что будет босс с самонаводками. В такой игре без самонаводок вообще никуда. Что всех больше всего бесит, блядь, самонаводки. Если в игре нет невидимок, то да, самонаводки. А. Блять. Вот эта хуйня и заебись наносит. Блять. Эу. Блять, каждый второй только блокирует, сука. Блять, а что делает этот хуйняк? На выстрел, когда уже ближний бой, что он делает? Нет времени смотреть. Блин, нахуй. Надо, блять, тем, что есть. Орудовать, пиздуйте. Лишние движения. Только хуже сделаешь. Будешь дохуя функции знать, блять. Будешь дохнуть очень быстро. Ну давай. А-а-а. Не рано? Птичка моя, блядь. Сучка. Сучка, эй! Нихуя полечился. Достойно. Главное последний отбивать, последний самый такой дамажный. Но. Блять.
штука. Собрала вещи, к маме поехала. Отмахал, сучка, давай, финально. Не знаю, каких страданий, у меня все нормально. Ой, блядь. Она, блядь, так спокойно разговаривает, что аж бесит. Ёлки вылетают, все нормально, значит. Но я пока стою, мне вообще ничего не угрожает. В чем прикол-то? Так, походу, долго может продолжаться. Блять, в чем соль-то? Может, надо обратно отбивать? Ха-ха, чё, блядь? Вообще нихуя не понимаю, в чем суть замеса-то? Я полечу и заодно. Конечно, могу попытаться ворваться, но хуй его знает. Нет, нихуя. Так, а куда это у нас? Что каждый следующий столбик мне будет доставлять геморрой в два раза больше, чем я заслуживаю, сучка! А, блядь. Лучше бы он ее подругу выебал, тогда бы я понял, что... Что тут? Садомию, блядь. Ебать. Какая прелесть. Ломай, чувак, как хочешь, блять, ломай. Ёб твою мать. Свою тещу, блять. Блять, давай, ниндзя, напрягись, 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 ломай, 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 ломай. Будь ты проклят, петух. Ебать. Да ну нахуй. Одним ударом, слава богу, блять, одним ударом. Ну такую бабёнку-то убивать-то, может, не надо? This will eat you up inside for the rest of your days. Дай наклыкаю, дальше пойдем, ну. Обнимашки! Ой, блядь. Ну, обнимашки же. Он ей крыло отрубил? Нет, он ее нахуй зарубил. Вообще, блять, мы каким-то ебанатом играем. Наверное, в натуре главный герой злодей. I did not expect that. Сам от себя в шоке. I think I saw you hesitate after the last fight. You, of all people. Why would you ever hesitate? It made me think. Ну, телок я до этого таких не убивал, чувак. It gives me hope. В чем обнадеживать-то? Ладно. Не знаю, куда нас дальше заведет этот розовый кролик. Увидим в следующей серии. Так что что-нибудь жмите, что-нибудь пишите. И помните, когда баба говорит «останься», надо, блядь, хорошенько дважды подумать. Все, адьё.